Телесериал «Улетный экипаж» второй сезон, вероятнее всего, появится на экранах телевизоров не раньше весны следующего года. Отвечая на вопрос, будет ли второй сезон «Улетного экипажа», создатель телевизионного проекта дает исключительно положительный ответ. Поэтому всем фанатам прекрасной комедийной и романтической картины стоит набраться терпения, чтобы дождаться выхода нового второго сезона «Улетного экипажа». Премьера первого сезона сериала была показана на телеканале СТС. Кинолента очень понравилась телезрителям, и теперь все ждут выхода новых серий «Улетного экипажа», чтобы вновь увидеть любимых героев.